Дорога на Сабе начинается. Что это? Ну, посмотрим, что будет дальше. Красиво как получился. Может быть, еще увидимся. Ну, вроде все было спокойно, так что паспорт такая строка. Работа на Сабе начинается. Здесь слабости. Обед самое то. Еды, как всегда, было много, разнообразие и вкусно. И вот мы с друзьями поехали в так называемый старый город. Направляйтесь на юго-восток. Через 100 метров поверните направо. Так, вот мы вот приехали в старый город. Но пока не понятно, что это. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ну, как-то не очень. Не похоже на что-то красивое. Ну, ладно. Вот аптека. Вот, смотрите, какая красивая мечеть. Надеюсь, до нее дойдем. Но пока что это очень страшно. А вот верблюд. Вот мы все ближе к ней. Надеюсь, подойдем поближе. Какие огромные манго. Вот, смотри, зеленая. Офигеть. Городок оказался непримечательный. В основном это туристические магазинчики. Улочки, особенно днем, прям беднейший египетский колорит. И вот мы к ней подошли. Пойдемте туда внутрь. Магазины. Такая прям огромная Очень понравилась мечеть Аль-Сахаба. Это новый и довольно-таки большой и красивый мусульманский храм. И вот центральный вид. Тут вот такая вот прям красивая фотосессия с красивым платьем на фоне вот этой мечети. Внутрь, к сожалению, я не сходил. Хотя мужчин туда пускают спокойно.
какая-то стройка. Все какая-то стройка, и все очень-очень-очень как-то странно. Только вот эта мечеть красивая. Походу здесь больше смотреть-то и нечего. Она действительно красивая. Здесь, наверное, должно быть фонтаны. Ну да, только они не работают. А так, конечно, очень красиво. Еще какая-то мини-пристройка. Кстати, странное дерево. Не до дерева, которое почему-то в таких вот камнях окружённые. Зачем оно? Непонятно. А вот закат, мечеть. Это вот красиво смотрится. В общем, тут только два места интересных. Это вот эта вот скала непонятная. И вот сам красивый как получился. И еще один. И сама мечеть. Остальное смотреть особо нечего. Жалко, не пускают вот сюда, вот, потому что тут забор стоит. Непонятно, кому что платить. И тут лесенка идет наверх. И там, ну, видимо, еще большая смотровая площадка. Вы не представляете, но эта скала оказалась фонтаном. Сейчас я вам покажу поближе. Очень круто. Ну ладно, вот это один плюс. Это такой фонтан необычный. Очень красиво выглядит. Ну вот, чуть-чуть потемнело, стало получше выглядеть все. Но все равно какая-то площадь. Не так себе. Не впечатлило. А вот и подсветка появилась. А вот такие у них названия магазинов. В общем, все понятно. А тут рядышком оказывается еще один фонтан. Мы его изначально не заметили. Тоже красиво. А с приходом темноты это все красивее и красивее становится. Мы решили вернуться и поснимать еще в темноте, когда все огоньки появились. Вот здесь прям очень интересный магазинчик. Все так горит. Прям Хэллоуин какой-то. А вот уже та же мечеть с подсветкой. Очень красиво смотрится. Ну а дальше все
Не очень. Днем серенький городок, а вечером, когда включается подсветка, очень даже красиво оказался. Вот, я не знаю, улочка с подсветкой. Вот как подсветка влияет на красоту города. Вот еще улочка. В общем, все улочки одинаковые. А вот здесь местный ТЦ. Сейчас попробуем туда зайти. Ведь вы единственное, что там личное. По крайней мере, светло и красиво. Ну да, в принципе, такие же. Ой. А здесь, оказывается, открытый потолок. Звезды есть. А так все то же самое, что и везде, как я понял, что и в Сохо, в торговом центре, что и на всяких вот этих путях. А нет, вот техника тут всякая есть еще. Тут тоже, смотрите, открытая. Я тоже думал, что здесь кондей есть. В отеле. Вот. Такие здесь кукла продаются. Ну, прям как у нас в детском мире сейчас. В принципе, ничего интересного. Настоящих Барби я еще пока не видел. И, видимо, уже не увижу. Последний вечер в этом отеле. Вид с балкона. Все, завтра уже в путь.
мы уже зарегистрировались, теперь дальше еще паспортный контроль. Вот такой вот аэропорт. Смотрите, какие тут потолки прикольные. Ну и народу мало. Прошли паспортный контроль. Пока вот так сверху. Сейчас спустимся, посмотрим, что там. К сожалению, не удалось нам сходить по магазинам в аэропорту. Там очень долгий досмотр был, поэтому мы не успели. Ну вот и все. Надеюсь, вам понравились мои влоги с поездки. Спасибо за просмотр. Ну и до следующего раза. Всем привет, это Владимир из «Взрослого коллекционера», и я вам расскажу свой... Всем привет, это Владимир из «Взрослого коллекционера», и я вам расскажу про свой первый влог из отпуска, из путешествия. Всем привет, это Владимир из «Взрослого коллекционера», и я вам сейчас попробую Вот такой вот номер. Тут уже, правда, я тут нагрязнел, еще пока его не убирали. Я, здравствуйте, столик, чай, все тут есть, даже холодильник, еще чего-то, кровати. Очень странно выглядел магазинчик, где продавались куклы. Выглядел магазинчик, где продавались куклы в человек. Вот я спотыкнулся. Видимо, здесь побывал Собянин.